Итак, я давно хотела это сделать, но буду делать только сейчас. Я хочу посчитать, сколько же я задонатила в Геншин. Я вхожу в топ 4 молитв за все время, то есть у меня было молитв больше, чем у 96% пользователей Paimon Moe. Я не кит, но статистика не врет. Всего молитв по данным сайта у меня было на 210 тысяч гемов. 1315 молитв. Но сейчас их уже больше, потому что я не обновляла сайт. Если посмотреть на мои консты, то у меня больше всего конст на Бейдоу, а на C20. И при этом я и не играю. Может быть, надо начать. Я не знаю. Самая законстованная лего, наверное, Хутао C2 и Фурина у меня тоже C2. А, блин. Окей, ивентовая лего. Вообще, в целом, законстованные леги — это, наверное, Джин C3 и Мона C3. Они меня любят, видимо. А я их, ну, так. Не прям. Итак, доначу я обычно с Киви-кошелька, но я помню, что я донатила не только с него. Я не знаю, как это найти, но попробуем. Итак, 23 августа 2021 года я донатила на Луну 2 раза подряд. Класс. И почему-то это 386 рублей, сейчас она 450. Возможно, кто-то просто донатил запрещенным способом. Это только возможно. В общем, я ничего не говорила. Это все Луна. В основном я покупаю только Луну. Мне уже страшно на это смотреть, если честно. Ё-моё. Ну так разница цена. Я что? Как я покупала вообще это? Ё-моё. 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 За 2 года? Я не ожидала таких сумм. Ё-моё. И при этом я все еще не могу пройти бездну. Вот это я лох. Это кошмар. Это просто кошмар. Вот. Сейчас мы на последнем моем платеже на Райден. Получается, за всю мою игру я потратила минимум 18 тысяч на Геншин. Что я могу сказать по этому поводу? Я в шоке. Я не замечала, как я трачу столько денег. Но учитывая, что это еще с 2021 года, это не так много? Или я себя просто успокаиваю? В общем, если что, можете написать, сколько потратили вы и что вы при этом умеете. Я могу только показать, что я имею. Обзор я не буду снимать, потому что у меня кринж билды. И, ну, я не хочу позориться. А вот видео про донат — это не совсем позор. Это вот я выделываюсь. Выделываюсь, чем могу, да. Когда-нибудь я пройду бездну. Бесконечность не предел, конечно, но я задумалась о своем донатстве и, наверное, буду донатить меньше. Я просто слишком сильно хотела консты на Райден. Собственно говоря, I want it, I got it. У меня также есть недонатный аккаунт на Азии. Может быть, когда-нибудь я и на него обзор сниму, но не знаю. Это не точно. Что ж, удачи всем и мне. Немножечко апгрейд. Играю я, видимо, с 8 июля 2021 года. То есть почти 3 года. Ну, примерно 2,5.